Ничего себе, у меня руна эволюции не осталось. Вот это так новость. Да ни хрена не падает. Что, что у тебя гляну? Не понял, Диан, что там у тебя смотреть. Закройте глаза, ребята. Я ничего не понял. Что смотреть? Думал, что-то другое посмотреть, думаю, у меня глянешь, и у Влада глянешь, думаю, хрена себе. Ладно, у тебя зачем у него? Ладно, рулим до следующей пятерки. Феникс, как обычно, гонит беса. Вот сейчас интересно, Минотавр. Вот как хранитель отлично сливается, и тень сливается отлично. Конечно, гляну. Диан, ты еще такое спрашиваешь? Каждая шмарка фотография. Устал ли я каждый день? Иногда подустаю, тогда отдыхаю. Не, футболки с БЗ не видел. Приятно смотреть, когда девушка пишет, глянешь мне в кошмарку. И у тебя сразу такое двоякое.
Не так уж, кстати, много отражения. По-моему, перебивается 7000. По-моему, все-таки да, перебивает собственное отражение. А, ну у нас же ангел еще, в принципе. В смысле, с атрибутки фигурка такая нормальная? Ты о чем? Что улучшили в пустынных винах? Не знаю, уже третью или какую-то вторую обнову они что-то улучшают. Но никто не знает, что именно. Мы включиться не можем, жесть. У него талант до сих пор, ребята, не включился. Наконец-то он включился. Сколько у меня там ангел хилит? Ну, короче, такое что-то непонятное с этой УЗ-шкой. Вообще непонятно. Ой, я сейчас отлично отлетает, смотрю. Надо еще тестик сделать. Я нафармил, я прочитал, я накормил Ника и этого, думаю, нихера себе. Я алхимика даже не качал. Ну, 44 тысячи обратка. Как-то ну вообще. Афиня. Воодушевление. Варианты есть разные. Бастион, БВшка, новый талант. Что-то не знаю, что-то мне... Не особо Сузе нравится он. Как по мне, каменка офигенно смотрелась. Железная воля. Сейчас покажу. Медуза на PvP локации.
Вот. Лабиринт там и прочее. Лидлио. Еще я попробовал неплохо смотреться на ведьме. Минотавр также, Анубис для подземок. Привет. Так больше особо. Ну, можно еще шапки для подземок попробовать на время. Но все-таки исцеление больше показало. Да я уже давно без этого. Ну так, Диан, тебе хватит. Для Минотавра смысла нет. Так. Поехали, попробуем по-другому. Вот смотрите, сейчас 20 коробок просто проебем и ни хера не выбьем. Настолько они зажрали здесь, что просто жесть. Привет, привет. Я же говорю, просто, блядь, таланты не падают. Да я, да куда, куда? Мне все равно нету куда девать эти луки. Вот смотрите, как падают конченые таланты. Давайте еще 20 возьмем. Падает. И причем это уже 60 коробок за сегодня, даже больше. И одна и та же самая хрень падает. О, корка выпала. Столько, 200-ка. Так, где там? Освещение. Я же говорю, что бред полный. Вот, наконец-то мы выбили офигенный талантик. Кому ставим? Теперь вопрос, кому ставить?
Думаю, что все-таки ворожаю в первую очередь, наверное, надо поставить его. Спасибо. Ассури, ну не знаю. Я думаю, что все-таки Варжай, потому что для Варжая более он сейчас нужен будет против Фрейи. Не, я вору поставлю. Первый вору пойдет, второй уже Ассури. Да, он любому герою будет топовым. Привет. Грубая сила выпала. Кому я хотел грубую Да, я тоже думаю, вместо бабашки я Феня поставлю. Дела отлично. Пошли берсы в ход. Блять, ну не падают новые таланты, пиздец.
Ну, в принципе, да. Так. Ладно, не буду пока ему улучшать. Вдруг еще один выпадет свет. Дальше. В принципе, мне кулаки по сути не особо нужны сейчас. Я и так их нафармлю, если надо будет. А вот таланты выбить заебусь. А хочется все-таки их потестить. Никогда не делайте так у себя на аккаунтах. Да, нормально. Не падают они ни хрена. Как на китайке со второго он упал, хрен его знает. Ладно, трешевать так трешевать. Сейчас я докуплю то, что мне надо. Все такие в ахуе сейчас. Так. Конечно, можно было подождать дороже эти коробки и так насобирать, но в принципе это все херня. На китайке, да по-любому, ну тут видно даже, заметно, что в основном падают одни и те же таланты. Железная воля нахрен не нужна. Пацаны все в шоке. Давайте попробуем все-таки открывать на Асуре. Да, стрелок тут. Давайте на стрелке будем. Да, базар я знаю, что будет. Но, в принципе, мне некуда девать все равно кулаки. Мы уже 30 переролили, и ни одного таланта не выпало нового. Видоса про разброс нету.
Ебой. Вот так вот таланты добываются тяжко. Да, можно будет потом вырезать со стрима просто. Мы не 60 коробок купили, мы купили намного больше. Я за сегодня слил коробок, наверное, 150. Даже больше. Сотрудник Реджи. В общем, вот так вот, вот такие вот шансы достали за 700 с хреном к. Один талант, один. Ну и один новый талант. Но они скоро будут продаваться, в принципе. Но зато мы сделали опять это первыми. Вот так вот. Вот такая у нас получилась Фрея. Будем ее уже тестить. Так. Зато теперь опять нужны кулаки. Будет интерес к игре. Так, где у нас грубая сила? Сейчас, думаю, видос запишем ночной на стриме, или я уже отдельно запишу потом после стрима. Я просто сейчас так вкратце побегаю, посмотрю. Как-то так, ребят. С одним она там их стычки посливала. Ну и так. Надо идти уже спать.
Ну, 314 тысяч без крита. Да не, это, бля, это просто гон. Нахрен такие таланты надо, вы чё, блядь? Да, нету смысла в рейтинге на подачи. Блять. Ну как вам урон 6 миллионов? 5700. 7 миллионов, блядь. Да ну нахуй. Это просто, блядь. Это просто пиздец будет. Понажимала пальчиком, чтобы не уснуть. Не успел. Какой талант у Фреи? Нуба талант. Нуба талант.